Здравствуйте, с вами Владимир и путешествие выходного дня с Владимиром Волошиным. Мега популярным в этом сезоне путешествие в Даугавпилс и по Латгалии. И мы не могли, конечно же, эти маршруты не оставить в покое. Реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Пилсрундлский замок, наша кухня, наш напиток, наша гордость, наша строительная компания «Бригада-1», лучшая компания Латвии, работаем по всему миру и так же хороши, как и наше государство. Собираемся в дорогу и немножко тестим наш мультиван. Первое, что мне понравилось, то, что у нас трое детей, и каждый хочет взять какую-то, во-первых, сувенир, игрушку, во-вторых, покушать и попить. И начнем с того, что, например, этот кармашек открывается, закрывается. Туда ставится еда, туда ставится еда, туда ставится. Кармашек открывается, потом внутренний, потом этот кармашек, потом в каждом сидении кармашек, в каждом сидении кармашек. С этой стороны так считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 впереди. То есть, смотрите, 15 кармашков, которые можно поставить, например, 1,5-литровую бутылку напитка, там пачку чипсов или еще что-то. Чем это интересно? Интересно тем, что когда я буду ехать за рулем, если мы где-то резко тормозим или что-то происходит, вот все эти банки-склянки, но все-таки дети, они не летают. И если ты идешь по автобану с большой скоростью, резкое торможение, чтобы пачка чипсов там не прилетела кому-то в голову, условно говоря. Поэтому прикольно в том, что когда мы движемся, у нас все закрыто, все компактно. Вот это вот большой плюс. Из вещей приятных. Значит, у нас получается, что у нас у каждого зона подсветки и у каждого индивидуальный кондиционер. То есть автобус довольно большой, его, например, прогреть или охладить, ну, занимает время, но над каждым сиденьем есть вот такая штуковина, вот она, вот так вот сниму, наверное. То есть я сижу, у меня над головой есть такая штука. Я ее под себя индивидуально настраиваю для меня. И когда я водитель включаю, то она сразу начинает работать, сразу меня охлаждает. Например, когда мы в жару зашли в автобус, допустим, только что пришли с горы, дышать нечем, задыхаемся, включил, и тебе сразу идет прохладный кислород. Или, например, промерзли, зашли в помещение буса, и у тебя индивидуально сразу подогрев. Дальше каждый может читать книжку, у него у каждого есть индивидуальный свет. Это тоже прикольно. Еще из опций то, что сиденье трансформатор. То есть они могут трансформироваться, например, в столик, в стул, они крутятся вокруг своей оси. То есть если мы, например, в этой части достанем откидной столик, то мы можем расположиться все вокруг него. Если мы, например, движемся по, ну, прямо по движению, то стулья разворачиваются, кресло прямо по движению. Если кому-то это не нравится, например, папа с дочкой поссорился, она хочет от меня отвернуться, то на это сиденье перекидывает. И это легкое движение на рычаг. Очень прикольно. То есть, когда мы его собираем, этот бус, это прям вау, кайф. Дальше зона загрузки. Все наши чемоданы помещаются вот в той части. И при любом столкновении, при любом вот некомфортной ситуации, оттуда ничего в салон опять же не прилетит. Это очень прикольно. Поэтому мобильность его, она поражает. Дальше нравятся вот эти шторки. Сейчас я вам покажу их. И смотрите, на случай, если у нас будет солнышко, у нас есть шторки. Мало того, что мы полностью затонированы, да, у нас еще есть дополнительные вот такие окошки. Открываются. Прикольно. И с левой, и с правой стороны. И еще мы можем взять и спрятаться под такой тонировочкой. Ну, кому-то это покажется важным. Это столик. Столик у нас работает вот так вот, но столиком нельзя пользоваться при движении, потому что может нанести травмы детям. И тем интересно, мы ее уже тестили, тем, что это огромная крыша, то есть это люк, который закрывается. Вот в нашем случае он таков. И мы подъезжаем, например, к пруду, когда идет дождь, мы здесь можем ловить рыбу и, соответственно, сидеть здесь. Либо мы здесь делаем импровизированный столик, и вот здесь маленький столик ставим, и здесь можем кушать в то время, когда кропалит небольшой дождь. Помимо этого, на крышу мы можем накинуть тент,
И у нас будет такая мини-беседка в том случае, если мы попадем в дождь. Но сейчас я хочу показать загрузку. То есть мы, получается, загружены вот таким образом. То есть можно поставить компактные чемоданы. Видим чемодан и видим вот такую петлю. То есть их 4. Мы просто натягиваем тросами, и чемоданы компактно прилипают. То есть они не вибрируют в момент поездки. Но в нашем случае нету компактности сейчас. Мы просто накидали все, что могли сейчас накидать. Включая, видите, положили лодку, эту суп, на которой плавать. Ну и сейчас перекинем отсюда вещи внутрь. И мы защищены вот такой штукой. То есть когда дверь закрывается, вот эта вот поролоновая вещь при случае столкновения не даст попасть вещам в салон. Салон наш выглядит таким образом. Но есть, опять же, минусы. Ну, не бывает во всем абсолютных плюсов. Минус в том, что это для комфорта семьи, но здесь нет такого комфорта для водителя. То есть я человек, который будет там по 800 километров проходить в день. Ну, мне, я сказал бы, это не очень комфортно. Конечно, человек такая штука, что привыкает ко всему. Но если мы едем с семьей, для меня приоритет семья, поэтому комфорт внутри для общего количества людей, он для меня важен. А индивидуальный комфорт, ну, им можно пожертвовать. Хотя, с другой стороны, мы можем выкинуть одно сиденье, и тогда я получу свою зону комфорта, ну, более расширенную. На что я намекаю? То есть это сиденье, оно довольно ограничено с моим ростом, например. И вот эта штуковина, она мне мешает. То есть, видите, она у меня уже прижата максимально, и мне не позволяет откинуться так при движении, как я хочу. Но она важна тем, что на нее мы можем закреплять и ставить опять какую-то вещь. И люди, которые здесь едут, они могут здесь, например, поставить компьютер, закрепить. Там есть прикуриватель, есть система крепления, это потом, наверное, позже покажем. И смотреть, например, видео в нашем случае. Люди, которые сидят здесь, они, например, могут вытянуть ножки, положить сюда ноги, снять обувь, положить ящичек и поставить сюда ножки. И таким образом, опять же, двигаться. То, что этот аппарат кушает 8 литров на сотню, и когда ты едешь в путешествие, в большое, все-таки 8 литров, это существенно. То есть из всех машин, которые у нас сейчас есть, это самая экономичная машина. 8 литров на сотню, это включая городской режим, по трассе она ездит чуть-чуть меньше. Это общее. Так что это очень приятно, потому что при тех ценах на топливо, которые сейчас здесь есть, конечно, это шок. Ну что же, отправляемся в Даугавпилс и едем по дороге. Как правило, что можно увидеть по дороге, двигаясь в Даугавпилс? Это Огре, тропа Зилы и Калны, руины Кокнесского замка, фабрика в Скривере, Одзинское поместье, город Якопилс и его Круспилс, Кивзамок. Но редко кто заскакивает в Кокнессе, а мы решили именно с Кокнессе. Почему? Потому что это половина дороги. Мы проехали половину дороги. Навигатор вывел не туда, мы заблудились. И замок находится вот там, за речкой. Но здесь какое-то еще интересное городище, заброшка, по которой, я думаю, детям будет приятно полазить. Смотри, как здесь прикольно. Да, навигатор вывел нас не туда, но, может быть, даже это большой плюс. Мы хоть увидели интересную локацию, замок с обратной стороны. Так уж, видимо... В том, что мы заблудились, конечно, мы приехали не совсем по назначению. Но когда мы увидели, как здесь прыгают гигантские самы и щуки, которые прям не спрячешь, их видно, хотелось закинуть удочку. Место не лучшее, потому что тут слишком много травы, и это явно не то, что нужно. Но захотелось просто сделать несколько забросов, просто посмотреть, что из этого получится. Хотели поднять дрон, потому что места здесь сказочные, но... Ситуация в том, что это особая зона полетов, в которой полеты почему-то ограничены. Ну, сейчас чисто символически покидаем удочку. И слышал очень много, что это место просто предназначено для того, чтобы ловить здесь самок. И вон мужичок клокает, ждет сама. Посмотрим, может, нам повезет. Да даже если не повезет, все-таки процесс он важнее результата в этом случае. С такой панорамой порыбачить.
еще то удовольствие. Но, однако, исправляем ошибку и не смотрим навигатор, а пытаемся по вот этой аллее найти все-таки руины этого сказочного замка. А надо сказать, найти легко, ведь этим деревьям порядка 300-400 лет. Посмотрите на эти стволы, и они, конечно же, вели эту аллею в замок. По ней мы, собственно говоря, и нашли парковку. И дальше надо пройти порядка 300-400 метров пешком. Но места, ребята, волшебные. Просто послушайте это место. Такой кайф. Заходим на кассу, видим раритеты, которые были найдены в этом замке. Они нас сегодня мало волнуют. У нас эмоциональное путешествие, рассчитанное на детские ощущения. Поэтому они нам важнее. Вход в замок 10 евро на семью. Можно не платить, можно сразу идти на лодочную станцию. Но нам захотелось. Нам нужны фотографии на память. Фотографии о нашем путешествии в Латгалию. И так уж получилось, что красавец Кокнесса стал первой нашей остановкой. И мы рады, что мы пропустили Зылы и Калны, тропа Вогры, потому что мы на ней уже были. Скорее всего, пострадает фабрика Скривери, фабрика эмоций и сладостей. Ну, да бог с ним. Красиво? А вот то место, в которое мы заблудились, представляете? Вот туда мы заехали. Вау. Здесь очень красиво. Здесь очень романтично. Мы приехали с детьми. А если вы вдруг только планируете заиметь свою семью, свою вторую половинку, везите сюда. Обычно те, кто в Латвии, везут ее либо в Юрмалу, либо в Сигулду. Но, скорее всего, ее уже кто-то возил в те же места до вас. Будьте более оригинальны, отправляйтесь в Кокнесы. Здесь много романтики, много эмоций, которые запомнятся на всю жизнь. Здесь можно просто блазить, просто фотографироваться, просто дышать воздухом, просто лицезреть эти локации. Здесь все по кайфу. А мы едем именно отдыхать, не так ли? Вот смотрите, когда ты тут ходишь, разве ты думаешь о своих каких-то насущных проблемах? Нет. Тебя интересует именно твоя семья и именно ее восприятие на фоне того, что вы видите. Очень важно путешествовать своей семьей как можно дольше и как можно чаще. А особенно если это Латвия, даже камера пыток в Кокнесском замке смотрится милым, интересным локационным местом. Не захотелось сюда заходить, в окошко взглянули. Нам больше нужна романтика. Корабль Викатны, более 12 маршрутов по Кокнесу. Это в следующем ролике. Мы взяли суп. Аренда супа 5 евро. Ну, у нас вообще-то свой, но там вообще-то есть. Аренда катамарана 6 евро в час. Во-первых, мы взяли катамаран. Всей семьей, нас 4 человека, уселись внутрь. Есть супы на прокат, но в нашем случае у нас свой суп. А мы взяли супчик. То есть один на супе, четверо на катамаране. Помимо того, что у нас шикарный вид на замок, то есть мы можем плавать по Даугаве, видеть горы, видеть скалы. Здесь очень живописно, очень богатая энергетика места, это прям чувствуется. Шикарнейшая панорама. Но плюс ко всему у нас еще удочка. То есть хитрость заключается в том, что мы взяли удочку, закинули блесну. И не то чтобы мы рыбу ловим, а просто катаемся. Возьми дальше от замка. Вот, и получается, что мы просто плывем, за нами тащится троллинг, ну, блесна, и, может быть, мы еще в этом супер экзотическом месте поймаем щучку. Не факт, но просто на удачу. От этого становится вдвойне приятнее, потому что мы сразу делаем несколько полезных дел. Из минусов у нас есть с собой дрон, и это особая зона полета. Здесь нужно разрешение, разумеется, которого у нас нету. А поскольку мы на очень короткий срок, то
не будем рисковать, нам уже и так хватает развлекух. Или где-то, может быть, сейчас достанем из нета записи. Да, на самом деле, я немного приврал. Мне всегда хочется закинуть удочку. Ну, как нормальному мужику. И я ее закинул. Дети, как обычно, покатались на сопе. И им это тоже зашло. И, собственно говоря, все были довольны. Смотрим, опять же, самую лучшую реку Латвии, но не самую лучшую, а единственно красивую. Смотрим тот водный транспорт, тут его очень много. И чисто символически, мы же все-таки едем в Даугавпилс, и Кокнес не представляется нам прям основным путешествием. И заскочим сейчас, это костел, точнее лютеранский костел. Что интересно, он, как обычно, двери всегда открыты, и к лютеранам ты можешь зайти днем и ночью, они никогда не закрывают двери. И еще одна локация. Я поднимаюсь на колокольню и вижу шикарнейшее дерево. Это рама, на которой расположен колокол. И это мне нравится, это очень интересно, как строителю посмотреть на такую архитектуру, где дубовые балки 300 на 300. Где сама конструкция, на которой стоит колокол, она просто интересна. Все в открытом доступе. Хотите, оставьте денежку, возьмите свечку. Хотите, просто полюбуйтесь и уходите. Этим мне лютеране нравится. Но Кокнеса — это просто остановка на середине маршрута. Мы едем в Даугавпилс, мы хотим посмотреть Латгалию. И Кокнеса нам было нужно для эмоциональной разгрузки. То есть дети не могут много сидеть в машине. Нам не хочется весь день проводить в пути. И поэтому мы каждые примерно 100 километров делаем паузу. И где-то останавливаемся. И вот очередное место. Это Одзининское поместье. И что интересно, она такая же романтичная, как Кокнеса. То есть Кокнеса – это готический романтический замок. И Одзинское поместье – это романтический замок. Это примерно как сказочные замки Людовика Баварского. Только немцы их пытались реализовать в Латвии. Состояние их, честно говоря, бедствующее. Ужасное, но вы должны понимать, что в Латвии 2000 замков и поместий. И для такой маленькой страны с населением в 1 700 000 очень сложно содержать такие замки и поместья, поскольку мы не особо туристическая мека. И для того, чтобы окупить такой замок, надо примерно 200 посещений в день, а лучше 1000 при стоимости билета 15 евро. У нас же это бесплатно, и 3-4 тысячи квадратных метров реставрации может обойтись его владельцу порядка 1,5-2 миллиона евро. Для нас умножить на 2000 – это неподъемные деньги. Поэтому не все замки и усадьбы в отличном состоянии. Но мы маленькая страна, гордая, и как можем пытаемся поддерживать свою культуру. В нашем случае это остановка для того, чтобы размять ножки, посмотреть еще на Латвию с другой стороны, восхититься нашей архитектурой. Когда-то его восстановят обязательно. А сейчас мы движемся в Даугавпилс. Мы хотим посетить Латгалию. И надо сказать, что для того, чтобы добраться до Латгалии, чистый маршрут — это 2,5 часа. Но с остановками он уходит примерно 5 часов. Мы сейчас в Екапилсе. Мы уже захотели кушать. Выехали в 8. А уже второй час дня. Это придорожное кафе. Здесь есть что покушать, и мы очень даже хорошо насладились. Посмотрите на то, что мы взяли. Заплатили 21 евро. А теперь welcome в Даугавпилс. Мы въехали в Латгалию, в Даугавпилс, самый крупный город Латвии. Остановились в отеле Сан-Марии. И я думаю, что мы завтра сделаем обзор на город Даугавпилс, на отель Сан-Марии. И объединим несколько роликов в одно путешествие, как посетить Латгалию, что там посмотреть, достопримечательности по дороге и что вы можете увидеть своей семьей, окажись вы в Латгалии. Сделаем несколько роликов, и у нас будет еще один интересный маршрут по Латвии от Владимира. А сейчас, по традиции, небольшая реклама самой позитивной страны Латвии. Наша кухня,
наша строительная компания и наше путешествие. Это первая часть путешествия в Латгалию. До следующего видеоролика. С вами был Владимир. Всем пока.